Ну, я думаю, даже объяснять не нужно, что такое санкционное, что такое эксгумация. Ну, санкционное, понятно, это со словом «сан» связано, то есть это такое действие солнца. А эксгумация — это такое бывших людей, то есть воздействие, солнечное воздействие бывших людей. Мы этот проект как бы ведем именно для наших друзей, которые нас немного покинули, и с которыми мы имели такие достаточно близкие контакты. Ну вот, и сегодня представляем проект «Санкционная эксгумация 2», посвященный Александру Михайловичу Лапину, который буквально недавно покинул этот мир. Ну, кроме того, что он был прекрасным человеком, отличным музыкантом, он еще для Череповца сделал такую интересную вещь, что прямо в его квартире был создан череповецкий рок-клуб. Вот это такая не очень, может быть, известная деталь, но это факт того, что, в общем, на «Металлургов» он прямо там вот собрал нас там, и старший механик, тогда еще главный механик. И мы решили, что нам пора все это дело, так сказать, привести к формальности. И, в общем, этот фестиваль, который уже 25 лет, он, в общем-то, вырос из того, из всего. То есть тогда, в 80-х годах, был просто рок-клуб, фестиваль рок-клуба. Потом он начал куститься, ветвиться. И, в общем, вот этот прыжок, это, так сказать, эхо от тех действий, которые происходили у Александра Михайловича в квартире. В общем, вот, завтра ему должно было бы быть 57 лет всего лишь. Вот, но я надеюсь, он в лучшем мире, и сейчас это машет нам руками. Ладно, итак, мы начинаем, я прошу это самое сделать то, что было нужно, ага. И вот эти фонарики. Поезд в темную страну. Я посмотрелся в зеркало.